Ну вот у нас снег привалил. Занесло все, 7 часов утра сейчас. 8 час. Ветер, дождь и снег выпал. Смотрите. День обещает быть веселым. И вот 11 утра. Уже снег практически растаял. Не знаю, будет он еще или нет этой зимой. Но в основном у нас вот такое количество выпадает, не больше. Уже солнышко светит, все пригрело. Ну, правда, вот не растаял он здесь вот в переулках между домами, где солнце еще не пригрело. Еще такой, дороги еще, но скользкие. Скользкие, потому что для здешних машин здесь не меняют на зимнюю резину из-за 2 дней в году. И поэтому, и когда вот такие вот дни выпадают, то машины скользят. И англичане, они не умеют ездить по таким дорогам. И бывают аварии. Резко тормознул, все, и закрутился на дороге. Вот, ну, большие дороги уже сейчас разъезжены. Там уже, конечно, уже ничего нету. Никакого снега на дорогах. Утром, наверное, скользко было. Пришла на почту. Надо мне бандероль отправить. И вот здесь такая очередь стоит. Всегда двери здесь открываются. Прям не тика в тику. А даже попозже. Минут на несколько могут задержать открытие. И вот эти вот люди, которые рано приходят, они обычно приходят за пособиями. Да еще здесь их мало. А вот здесь вот был маленький Теско. Напротив, вот, напротив открыли большой очень. 24 часа работает. А на его месте сделали вот такой джим. Спортзал. И чем он хорош? Тем, что не надо контракт подписывать. Контракт — это очень неудобно. И здесь такая мафия. Все джимы с контрактами. То есть ты должен платить каждый месяц обязательно. Ходишь, не ходишь, высчитывают с тебя и все. А этот джим, он только с тренажерами. Стоит 18 фунтов всего. Это очень дешево по сравнению с другими. Но он без бассейна и без контракта. То есть вот no контракт написано, без контракта. Это очень удобно, и кому бассейн не нужен, раннее утро они тут же занимаются. Очень удобно. И когда они начинались, эта сеть джимов по стране, они стоили всего 10 фунтов. Сейчас вот повысили уже. А повышение цен в бизнесе, это значит, спрос растет на него, и не затухает к нему интерес. Поэтому повысили уже 18. На Группоне я видела, за скидками можно за 10. Ну, по-моему, там другое название было. Ну, тоже такой же, без бассейна. Подошла с другого конца. Стала, оказывается, люди здесь выстраиваются в очередь. А я там стою, в сторонке. Ну, пошла, встала в очередь. Вот очередь уже какая длинная. И уже 2:10 еще не открывают. И хотела показать вот эта вот почта. Такая большая достаточно. И вот почтовые ящики красные. У нас такие везде по Англии. Они чугунные и не подъемные. В общем, они не передвижные. Так и стоят всю жизнь.
кончается. Так, открыли наконец-то, уже 5 минут 10-го. Мнение о мультиварке. У меня такой нет мультиварки кастрюли, я что-то и не горела никогда желанием ей обзавестись. Но вот сын у меня захотел такую мультиварку, давно спрашивал про тоже мнение мое, но я говорю, я не знаю. И он так ее не купил. Сейчас у него день рождения, я решила ему подарить. А на 4 литра она, вот такая она у нас на сейле сейчас была. И еще у меня был гифт-ваучер из этого магазина. Вот, и значит, что здесь? 4 литра можно мыть в посудомоечной машине. Дисплей с таймером. 6 функций. Пар, тушение и больше. Еще больше написано. Ну, это на коробке. Так, и что тут еще написано? Ну, этот Джеймс Мартин, знаменитый шеф, повар. Он везде по телевизору показывает его. И вот его бренд. Это мультиварка. Вот он. Вот он, вот он. Такой. Вот, и вот сама мультиварка. Это я уже открыла. Здесь внутри был шнур, здесь такая, наверное, пароварка, вот ложка даже есть пластиковая, хорошо, мерная чашка, инструкция, рецепты, наверное, да, это его рецепты, вот этого Джеймс Мартина, как готовить, это гарантия, пожалуй. Или инструкция сама. Так, и что здесь? Здесь внутри. Ой. Такая кастрюля. Она без ручки. Как ее доставать-то? Горячую. Ее горячую не достают.
Ну, в общем, я не знаю, я никогда не пользовалась. Пусть пользуется. Почему я ему решила ее подарить? Ленится готовить. И когда приезжает голодный с работы, как вол, готов в рот запихать все, что угодно. А в ней можно поставить еду, она приготовится и будет стоять теплая, чтобы ее даже не греть. Чтобы быстро поесть. Такая у меня цель была. Я не знаю, научится он на ней готовить или нет. Что здесь готовить, конечно, с одной стороны. Ну, в общем, будем смотреть, что и как. Может быть, я ее сама пробую. Ну, не знаю даже. Вот у меня как-то никакого к ней... Хотя ее очень мне нахвалили. Несколько подруг имеют такие кастрюли, мультиварки. И в России, и здесь, и очень довольны. Вот, но я не знаю, я как-то плитой обхожусь.